Давай, действуй, Элли. Ага. Боже. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Давай. Хорошо придумано. Сади меня туда. Помоги открыть. Держу. Готово. Так, что тут у нас? Черт, пригнись, пригнись! Что нам делать? Ничего. Непростые деньги, а? Хоть что? Черт, еды нет, ботинки старье, ничего приличного. На, пошли. Что ж. Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто... Боже. Надо идти к мосту. Ладно. По крайней мере, ту парочку наконец пришили. Я был уверен, что они меня... Осталось найти двух поганцев из пикапа. Лучше бы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Идем дальше. Я хочу покончить с этим делом до заката. Ну, иди сюда! Восточный отряд вышел на связь. Ни черта нет. А Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выкурят этих подонков. Только бы эти туристы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут. То-то радости будет. Пронесло, блин. Ты это видел? Эй, кто там? Курит! Офигеть, Джин!
Что там? Ничего. А у тебя? Тоже пусто. Ищем. Ищу там. Черт. Черт. Ты трубка! Черт, еле отбились. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. Ладно. Да. Теперь понятно, как этой зоны не стало. В каждой битве свои проигравшие. А как же их семьи? У всех есть семьи. Об этом лучше не думать. Само получается. Подсадишь? Скоро придем. Давай свернем в переулок. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. У тебя 25 банок тушенки? 24, одну я уже съел. Откуда у тебя 24 тушенки? Из старого военного холодильника. Мы на него с Рейбаном натурились в отель. Блин. Ugh!
Кажется, оторвались. Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл? Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Извини, что так вышло. С пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда.